Итак, добрый день. Анбоксинг точилки от фирмы Wicked Edge USA. Вот она, их веб-сайт. Называется точилка Wicked Edge Precision Knife Sharpening. Приходит такой вот коробочке. Внутри коробки сама система. Это полиэтилен. И вот оно под таким пластиковым блистером. Вот находится. Сейчас мы его извлечем отсюда. Опа. Опа. Вот оно. И в комплекте идет инструкция. Также идет шаблон. В общем, в инструкции написано, как его устанавливать. Вот так он. Как точить. Какие углы заточки для каких распространенных типов ножей. Вот. Само комплект поставки, из чего система состоит. Вот. И такой как дневничок. Сюда записывается бренд, марка производителя, конкретная модель, угол заточки, отметка. И ну, это вот эти вот две последние я объясню чуть позже. Итак. Вот эта верхняя часть. Здесь мы видим, в комплекте идут 4 камня, то есть, ну, на самом деле 8, потому что камни, они вот так вот объединены вот на таких вот держателях, они находятся, и получается, с одной стороны, например, вот в данном случае 400 зернистые, с другой 600, и дублируется для второй руки 400 и 600. Очень грамотно сделано то, что каждая зернистость помечена своим цветом. Всегда ты вот, визуально сразу же видишь, ты правильно держишь или неправильно. То есть правильно у тебя ты подобрал это все или нет. Также два камня зернистостью 100 и 200. Вот. Так, и вот сама вот эта вот система. Так, вот это болтики, которые при помощи которых вот в этих здесь и здесь система крепится к основанию. Основание в составе системы не идет. Вот, вот сама эта штука, сам зажим. Вот здесь вот вы видите две пары отверстий. Это для того, чтобы ставить вот это устройство позиционирования. То есть оно ограничивает глубину, на которую нож будет заходить внутрь зажима. Вот. Все очень удобно размещено с
самом устройстве, ничего не надо, никакие ключи искать. И вот это вот ключик, которым обычный шестигранник, которым подкручиваются вот эти винты на зажиме. Отпускается или наоборот закручивается. Вот. Так. Здесь с боков получается разметка от 30 до 15 градусов. Здесь такие вот канавочки, углубления специально для того, чтобы фиксировалось вот эти вот сами направляющие. Вот они. Вот таким образом надеваются. Я просто не буду сейчас его надевать. На месте зажимается винтом. Именно винт заходит вот в эти канавочки и фиксируется на месте. Это вот это еще старый вариант. То есть как бы не старый, это стандартный вариант креплений. Вот. Вот этих вот. Есть новые как бы направляющие. Там такой шаровый шарнир там есть. Вот. Они доступны как набор для модернизации. Стоят они $120. Либо же есть еще один вариант комплектации Pro Pack 2, набор Pro номер 2, и они идут там уже в стандартную. Но это, он, по-моему, прайсовая цена там в районе $600. Вот. И вот здесь вот еще такая вот дополнительная вещь, это подставка. Тут так называемая линейка, которая вместе вот так вот вставляется сюда, в эти отверстия. Вот это устройство позиционирования. Получается, вместе получается устройство позиционирования. То есть это вставляется сюда, потом оно все вместе вставляется вот в эти либо в верхние, либо в нижние отверстия. И потом уже кончик ножа центрируется по отметкам на линейке здесь. А, Б, там, С и так далее. Для того, чтобы, когда в следующий раз будете затачивать, все это потом заносится вот сюда, в дневничок. В следующий раз, когда вы этот нож будете точить, вы смотрите сюда, смотрите модель, под каким углом вы его точили, смотрите отметка, например, было C05, то есть C, и там за ним еще C5, и какую пару отверстий вы вставляли вот эту вот штуку, либо в верхнюю, либо в нижнюю, то есть насколько глубоко садили нож в зажиме. Вот, вот такая вот стандартный комплект точилки этой. Вот. В комплекте в этом недостает одного, недостает, вернее как, недостает того, на чем это, к чему эта точилка будет крепиться, а именно основание. Основания стандартные, есть несколько видов. Есть кварцевое, есть гранитное, есть сделанное из материала paper stone. Вот. Сейчас я саму точилочку уберу, покажу стандартную. Стандартное основание из paper stone. Так, ну в общем, так. Так, вот оно квадратное такое вот,
два достаточно увесистая, в районе где-то 3 кг вес его. Здесь два отверстия просверленные, которые эта точилочка будет это крепиться. Вот они с другой стороны. И снизу такие вот ножки квадратные налеплены для того, чтобы оно не скользило. Вот. Гранитное основание весит 12 кг. Этот весит чуть больше 3 кг. Вот. Оно обеспечивает стабильность, что оно никуда не девается. Но, с другой стороны, перевозка таких вот увесистых плиток, даже 3-килограммовый, уже выливается, если это везти из Штатов, выливается такую некоторую сумму. Поэтому мы взяли кусок столешницы и сделали свой вариант. Вот. Ну, то есть, обрезали, оклеили края здесь, просверлили отверстия, приклеили ножки, такие вот силиконовые, никуда не денутся. Вот. И, в принципе, человек может его прикрепить и вот этими штуками просто замаскировать это отверстие, потому что оно не очень эстетично получилось. В общем, и вот такое вот это. Оно где-то оно легче, чем основание из Paperstone, но достаточно нормальную обеспечивает устойчивость. Европейские потребители, я видел многие, они берут просто разделочную доску, сверлят две дырки и крепят, и, в общем, радуются жизни. Есть также самое первое основание, его уже давно нет в продаже, там оно 3-4-летней давности, оно было сделано из весело где-то в районе 1,5, ну, может, максимум 2 килограммов, было сделано из вишни. Вот. То есть это вот такой вот мы предлагаем как вариант, если люди захотят, то мы сможем обеспечить людей вот такой подставкой. Либо же человек может сам сделать себе из разделочной доски и так далее. Идет шаблон в составе комплекта, идет шаблон, по которому можно вот эти дырки просверлить. Вот, и попасть точно. То есть фактически надо разделочная доска, либо же какая-либо другая кусок материала. Вот, и дрель, сверло, в принципе, две дырки, и, в принципе, можно уже крепить его. Ну вот такой вот немножко сумбурный анбоксинг получился. Длиннее, чем мне хотелось. Ну, в общем, спасибо за внимание. До свидания.